Дорогие табаляки, Новый год и Рождество – это время, когда волшебные ключики открывают заветные двери в сказочную страну, где исполняются желания, сбываются мечты и случаются чудеса. Тобольск – родина многих замечательных людей, которые на протяжении всей истории города прославляли его, создавали что-то новое. И сейчас мы вместе с вами пишем новую историю, историю нашего города. И от каждого из нас зависит, каким он будет. Я искренне желаю, чтобы в новом году реализовались все планы и все начинания имели успех. Тобольск – это ключ к Сибири, а наш родной Тобольск все так же один из ключевых городов России. Туристический центр Западной Сибири и главный нефтехимический кластер страны. Третья духовная столица и просто дружный многонациональный город. Дорогие табаляки, пусть в ваших семьях царят мир и взаимопонимание, а новый 2024 год принесет много радости и счастья. Желаю, чтобы не терялись ключики, которые открывают наши сердца всему доброму и светлому. Ведь в любом возрасте мы верим в новогоднее чудо и искренне ждем, что все добрые слова и пожелания сбудутся. В добрый путь!